Ну, молодец! Ты замечательно стреляешь, старина. Четыре раза в черной, вот это да. Выходит, ты теперь король стрелков. О, благодарю за честь. Стрелять, надо сказать, не хуже своего господина. Не хуже самого графа Эгмонта. Ну да. Что вы, я перед Эгмонтом молокосос. Он всегда стреляет без промаха, а я только когда в ударе. Но отрекаться не стану, я его ученик. Однако, господа, королю надлежит угостить своих подданных. Вина для всех за счет короля. Ну нет, у нас заведено, что каждый платит за себя. А я не здешний, к тому же король, зачем мне соблюдать чужие обычаи? Ну тогда ты, выходит, похуже испанца. Даже король Филипп II и тот не трогает пока наших обычаев. Да пускай угощает, это замашки его господина графа Эгмонта. Выпьем за здоровье его величества. Имеется в виду за здоровье вашего величества. Вот именно. Это за чье? Да я говорю за короля Филиппа II, короля Испании. Мы пить не будем. Толкует он угрюм, молчит все время. Вот Эгмонт. По улыбке видно, какой он веселый и добрый. Буйник, пью за здоровье твоего господина. Да здравствует граф Эгмонт. Ура! Вот бы кого в правители вместо Маргариты Пармской. Не позволю бронить нашу правительницу. Пью за здоровье Маргариты! Ура! Ничего не скажешь, умная женщина. Кабы только так крепко за попов не держалась. Развела их тьму тьмущей. И все теплые местечки, на которых раньше наши нидерландцы сидели, отдала чужеземцам. На то была воля короля. А теперь вот и псалмы запрещают распевать. Всюду в народе шныряют слуги инквизиции, все берут на заметку. Ведь до чего дошло? Не думать не дают. Не пить, как тебе хочется. А по мне пусть каждый проповедует, что хочет. Господа, господа, за разговор мы забыли про нашего защитника, принца Оранского. Выпьем за него. Покой и безопасность. Порядок и свобода. Порядок и свобода. Гремят барабаны, и флейты звучат, мой милый ведет за собою отряд, копье поднимает, полком управляет, а грудь вся горит, и кровь так кипит. Ах, если бы латы и шлем не достать, ах, если бы латы и шлем не достать. Чизну свою защищать, пошла бы повсюду за ними во след. Уж враг отступает пред нашим полком, какое блаженство быть храбрым бойцом, какое блаженство быть храбрым бойцом. И флейты звучат, мой милый ведет за собою отряд. Копье поднимает, полком управляет, а грудь вся горит, и кровь так кипит. Ах, если бы латы и шлем не достать, ах, если бы латы и шлем не достать. Чизну свою защищать, пошла бы повсюду за ними во след. Уж враг отступает пред нашим полком, какое блаженство быть храбрым бойцом, какое блаженство быть храбрым бойцом. Быть храбрым.
Вы не хотите сегодня подержать мой клубок? Увольте, Клара. Что с вами, Бракенбург? Боюсь, спутаете в конец. И без того ваш пленник. Вот глупость. Прежде вы всегда были веселы, и я на вас радовалась. Так веселы. То прежде. Что происходит на улице? Это стражи нашей правительницы. Что вы? В такое время? И потом их очень много. Бракенбург, дорогой, пойдите. Разузнайте, в чем дело. Опять ты его отослала. Не броните меня. Я просто не знаю, как мне себя держать с ним в последнее время. Пустых надежд я не могу ему подавать. И боюсь довести до отчаяния. Он так предан тебе. Ты была бы с ним счастлива. Да, жила бы тихо, спокойно, в довольстве. Но любви... Нет. Только с Эгмонтом я узнала, что такое любовь. А что будет дальше? Эгмонт любит меня. Остальное мне все безразлично. Чует сердце, добра здесь не жди. А кто виноват? Разве вы бронили меня, когда, заслышав топот его коня, я бросалась к окошку? Он так приветливо улыбался тебе. А кто принимался хлопотать, когда он, закутанный в плащ, по вечерам стал являться сюда. Я была чересчур добра, зато теперь так горько сознавать, что дочь моя – отверженное создание. Отверженное создание? Подруга Эгмонта? Отверженное создание. Да любая графиня захотела бы быть на месте отверженной Клары. Когда он здесь, эта комната становится раем. Когда он обнимает меня, нет более счастливой женщины на земле. Что там? Говорите скорее. Никто толком не знает. В замке войска. Говорят, во Фландрии вспыхнуло восстание. Правительница принимает меры, чтобы пламя восстания не перекинулось на Брюссель. Клара! Злосчастная. Тебя не трогает судьба твоей родины. Тебе все равно, что соотечественник... что испанец, ты присмыкаешься перед девушкой, которая любит другого. Нет. Я не могу ее оставить. Я не могу забыть те счастливые минуты, когда она любила меня. Или, может быть, мне только казалось так? О, жалкое существование! К счастью, у меня есть способ прекратить его в любую минуту. О, спасительный яд! Ты мигом прекратишь эти пытки. Бракенбург, вы с ума сошли. Яд. Thank you.
Неужели ты предсказывал еще неделю тому назад? Начнется великая смута. А правда, что они во Фландрии все церкви разграбили? Начисто. И церкви, и часовни. Одни голые стены остались. Беда, если голодьба за дело берется. Нам бы раньше вежливо, но твердо заявить правительнице насчет наших прав и крепко за них держаться. А если мы теперь заговорим, то скажут, что мы заодно с бунтовщиками. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Кажется, правительница растерялась. Видно, плохи наши дела, если правительница за своих гвардейцев прячется. Замок полон солдат. Есть даже слух, будто она хочет бежать из города. Нельзя ее выпускать. Пока она здесь, у нас есть защита. Да мы ее охраняем получше, чем ее испанские бороды. Здравствуйте, господа. Не связывайтесь с ним. Подозрительный человек. Это писец доктора Вица. Он многих хозяев переменил. За все берется. Он и нотариус, и адвокат. А прежде всего, горький пьяница. А ведь есть о чем поговорить. Все вы горожане на один лад. Живете, лишь бы день прожить. А мы дела нет до того, кто вами правит. Вот испанцы и связали вас по рукам, по ногам. Так почему же нам никто об этом раньше не говорил? Вот я вам говорю. Король испанский, захвативший все ваши провинции, должен управлять не как ему заблагорассудится, а как правили ваши князья. Понимаете? Нельзя ли пояснее? Так это и так ясно, как день. То, на что не посягнули ни Фридрих Воитель, ни Карл V, на это посягнул Филипп Испанский, да еще через бабу. А у вас есть ваши права. Я читал об этом в книге. Истинный Бог, он правду говорит. Достань-ка нам эту книгу. Мы с ней к правительнице пойдем. Ну, к правительнице пойдем. Вот, богохульник. Я ему сейчас по роже дам, если он еще слово скажет. Будем действовать. Инквизиция гнет нас, бараний рог, а мы молчим. Сами виноваты. Да с нами граф Эгмонт и принц Оранской. Они о нас позаботятся. Не слушайте его. Ваши братья во Фландрии уже поднялись на защиту своих прав. Ах ты собака. Да ты, видно, тоже испанец. Как тащить этого человека? На ученого. Горожане, да вы что, рехнулись, что ли? Тише, ослепли, что ли? Граф Эгмонт здесь. Почет. Граф Эгмонт. Что такое, горожане? Разойдитесь, бездельничать в будни до добра не доведет. Что здесь стряслось? Подрались за свои привилегии. Их нетрудно растоптать по своему же легкомыслию. Вас я помню. Вас зовут Этер, вы шили мундиры для моих солдат. Вы очень милостиво, если помните меня. Горожане, сохраняйте спокойствие и сдерживайте других. Мы ведь и так на дурном счету у испанцев. В том-то и дело. Да вот беда, всякие негодники разжигают умы, раскапывают какие-то грамоты и враньем кружат голову девкам да простофилям. С этим злом надо решительно покончить. Мы вас поддержим. Не поддавайтесь пришлым проповедникам. Эх, кабы он был нашим правителем. А ведь мы можем подать прошение. Он вернул бы нам наши привилегии. Эх, кабы граф Эгмонт. Да этого король не допустит. Он на все места сажает своих, испанцев.
Охоту отменить. Я не поеду. Скажи Макиавеллю, чтобы явился ко мне. Как все тревожно и страшно. События последних дней не дают мне покоя. Теперь мой брат, король Филипп, скажет, что это последствия моей доброты. Однако совесть моя спокойна. Я поступала разумно и справедливо. Составлены ли письма к королю? Через час соблаговолите их подписать. Достаточно ли обстоятельно написан доклад? Обстоятельно и подробно, как это требует король. Я излагаю, как в Сан-Томере возникло иконоборческое неистовство, как яростная толпа все рвала, громила, растаптывала, как она с неимоверной быстротой разорила собор, сожгла библиотеку епископа, и как почти по всей Фландрии этот чудовищный заговор обнаружился и осуществился. Твое мнение об этом, Макиавель? Но ведь я фантазер, ваше высочество. Как часто вы изволили шутить, ты слишком далеко заглядываешь, Макиавелли, тебе бы историком быть. Но если вам угодно мое мнение, отделите сторонников новой веры от правоверных католиков. Дайте им храмы, и вы сразу же приведете мятежников к спокойствию. Это невозможно. Даже ценой мира и единения король не поступится истинной верой. Но если бы добрый гений внушил Филиппу, что лучше править подданными двух религий, чем истреблять одну часть населения с помощью другой. Чтобы я от тебя таких слов не слышала. Хорошо, что я знаю тебя. Знаю твою преданность испанской короне. Но есть и такие люди, которых приходится и уважать, и порицать. Кого вы имеете в виду? Графа Эгмонта. Когда я возвращалась из церкви после свершившихся событий, меня сопровождали многие. Среди них был граф Эгмонт. Я воскликнула: граф, что творится в ваших провинциях? И это допускаете вы, граф, вы, на кого король во всем положился. И что же он ответил? Он легкомысленно заявил: лишь бы нидерландцев успокоили в отношении их гражданского устройства. Остальное уладится легко. Это умно и умеренно. Ты становишься на сторону наших противников? Сердцем нет, но умом. Так по-твоему, я должна отказаться от правления Нидерландами? Ведь граф Эгмонт и принц Оранский давно питают великую надежду завладеть моим местом. Прежде они были врагами, теперь они друзья, неразрывные друзья. Ох, Макиавель, я многое предвижу. Я боюсь принца Оранского, и мне страшно за Эгмонта. Недоброе придумал принц Оранский, он скрытен и хитер. А Эгмонт идет вперед, как будто мир ему принадлежит. Как будто бы рука владыки не распростерлась над ним. Вы приказали созвать совет. Будет ли на нем принц Оранский? Я послала за ним в Антверпен. Я решила на его голову свалить все случившееся. И не забудь немедленно послать в Мадрид гонца. Пусть от нас. От первых узнают обо всем. Ваше приказание будет выполнено незамедлительно.
лишь одно знает уже. Песни, Клара. Такой любви, как у Бракенбурга, я в жизни своей еще не встречала. Совсем как в рыцарских романах. По-моему, он догадывается о ваших отношениях с Эгмонтом. Но если ты захочешь, он все равно женится на тебе. Будь с ним поласковей, обо всем позабыла на свете. А ведь молодости, как этой самой любви, наступит конец. Еще вспомнишь о Бракенбурге. Отказаться от Эгмонта? Нет. Только не это. Клара! Эгмонт! Входите. Входите, благородный господин. Моя дочь только о вас и говорит. Даже песни о вас распевала. Входите. Я даже боюсь прикоснуться к тебе. Ты так давно просила показать тебе мой испанский наряд. Меня ждут во дворце. А это что? Золотое руно? Да. Эта награда дает большие привилегии тому, кто ее заслужил. Никто, даже сам король, не имеет права судить рыцаря ордена Золотого руна. Дай помолчать. Дай посмотреть в твои глаза. В них вся моя жизнь. До сих пор не могу поверить, что меня любит Эгмонт. Скажи, ты тот самый Эгмонт? Граф Эгмонт, о котором все так много говорят кругом? Нет. Эгмонт, о котором так много говорят, это не я. Как? Тот Эгмонт угрюмый, жестокий, холодный. Он истерзан, измучен, хотя кажется друзьям веселым и бодрым. Он окружен друзьями, на которых нельзя положиться. Он вознесен народом, которому он не может помочь. Не заставляй меня говорить тебе все, как живется тому Эгмонту и каково у него на душе. А этот Клар, этот Эгмонт, спокойный, уверенный и счастливый, твой. Благодарю тебя, Господи. Большего счастья мне никогда не узнать. У тебя мрачный вид, Рихард. Донья Эльвира разгневается на меня, узнав, что я причина твоего опоздания. Изволите шутить? Нет, нет, не смущайся. Мне нравится, что у тебя во дворце есть знакомая дама. Что пишут?
Один из протестантских проповедников опять тайком перешел через границу. Его схватили. Ведь по испанским законам ему следовало бы отрубить голову. Тайно припроводить его до границы и внушить, что в следующий раз он так легко не отделается. Дальше. Письмо от вашего управителя. Мой управитель хочет удержать пенсию у старых вдов и солдат. Об этом нечего и думать. Дальше. Вот письмо из Мадрида от графа Оливы. Он любит вас как родной отец. Просит беречься. Пишет, не увлекайся. А как же без этого? Если утро будет нас не для радости, а вечер не обещает наслаждений, то стоит ли вообще одеваться и раздеваться? Я фламандец и не способен усвоить испанский образ жизни. Граф, да благословит вас Бог за эти слова. Сюда идет принц Аранский. Собери свои бумаги и поспеши во дворец к Донье Эльвире. Кланяйся ей от меня. Вы чем-то взволнованы, принц? Что вы скажете о нашей беседе с правительницей? Мне показалось, что она нездорова. А вы не обратили внимания на то, что она была сегодня более сдержана, чем обычно? Сначала она одобрила наше поведение во время последнего мятежа, а потом заговорила по-старому. Что мы нидерландцы, не ценим ее доброты, что все ее усилия не дают никаких результатов, и что король, видимо, изменит политику. Вы это слышали? Она ведь женщина, мой добрый принц. А какая женщина не стремится к тому, чтобы все добровольно склонялись под ее сладостное ярмо? Она добиться этого не может, и поэтому капризничает. Угрожает нам мрачным будущим, которое нас ждет, когда она уедет. Но если она уедет, и король пришлет сюда кого-нибудь другого? Никогда. Тут она правительница, а там незаметная тусклая жизнь при дворе сурового брата. Послушай, Эгмонт, у меня есть основания опасаться крутых перемен. Я как шахматист рассмотрел каждый их ход. Король понимает, что старая политика не дает результатов. И поэтому ему остается только одно. Оставить народ в покое и обрушиться на князей. Да разве есть у короля слуги вернее нас? Это так. Но говоря по совести, мы же неплохо научились отделять его интересы от интересов нашей страны. Мы признаем за ним то, что ему положено по закону. Но если он захочет большего? Мы будем отстаивать наши права. Пусть соберут рыцари ордена Золотого Руна, они нас рассудят. Но если приговор опередит дознание, наказание приговор. Судить и выносить приговор король единолично не может. Он прекрасно понимает, что убийство из-за угла вызовет бурю. Но эта буря промчится уже над нашей могилой, Эгмонт. Альба идет сюда. Не может быть. Но это так. Народ восстанет. Уберут главарей, народ успокоится. Не верю, не посмеют. Еще как. Послушай, Эгмонт, уедем отсюда. Каждый в свою провинцию. Там нам легче будет укрепиться. А если он нас вызовет именем короля? Повременим. Значит, война, мы бунтовщики. Обдумай этот шаг. Я все обдумал. Пойми, если это ошибка, какую страшную вину ты берешь на себя. Ты вызовешь самую страшную и самую опустошительную войну. Твой отказ явится сигналом для всех провинций к восстанию. Он станет оправданием любых жестокостей, а Испания только и ждет предлога. Так долго старались мы утихомирить эти страсти, и вдруг одним мановением руки ты снова бросишь народ в разрушительную войну. Мы себе не принадлежим. И если мы жертвуем собой ради тысяч, то мы вправе беречь себя ради этих тысяч. Друг мой, я уезжаю.
жди прибытия Альбы, и Бог да сохранит тебя. Быть может, мой отказ явиться спасет тебя. Быть может, дракон и пасти не разинет, если нельзя проглотить нас обоих. Быть может, Альба повременит, чтобы нанести удар вернее, а ты тем временем одумаешься. Но тогда скорее. Пусть ничто не ускользнет от твоего внимания. Сколько войск он приведет с собой? Какую власть оставит Маргарите? Будут ли готовы твои друзья? Дай мне обо всем знать. Эгмонт, послушайся меня. Уедем отсюда вместе. Нет, не могу. Ты плачешь, принц? О погибшем не стыдно плакать и мужчине. Так я погиб. Да. Ты погиб. Одумайся. Тебе остался слишком малый срок. Уехать и оставить народ. Нет, я уверен, что Альва не посмеет обезглавить фламандцев. Thank you.
Я должна была это предвидеть. Владычество так сладостно. И от него отречься. Подойдите ближе, Макиавель. Письмо от короля. Осмелюсь ли осведомиться, о чем оно? Король полагает, что мы неправильно поступили, когда вывели свои войска из провинции. Король полагает, однако, что гарнизон, присланный из Испании, недостаточен, чтобы усмирить фламандцев. Король полагает, что дельный генерал, присланный из Испании, очень скоро справится с народом и дворянством. И в силу этого шлет сюда с грозным войском герцога Альбу. Альбу! Он идет сюда с огнем и мечом. Он думает этим обуздать народ. И возбуждение, которое так старались мы успокоить, снова запылает с чудовищной силой. Но вы же остаетесь правительницей. Он явится, чтобы вытеснить меня с моего места. Нет, Макиавель, лучше умереть, чем оставаться подобием призрака среди живых, чем из пустого тщеславия удерживать место, которым владеет уже другой. Так поспешный, такой ответственный шаг. Пусть явится! Меня здесь не будет. Соседи, ну-ка, давайте-ка лучше разойдемся. Слышали новость? Слишком много новостей. Правительница уехала. Господи, защити нас! Не могла с герцогом Альбой ужиться. Плакали наши привилегии. И принц Аранский тоже уехал. Выходит, все нас бросили. Найду я, наконец, хоть двух человек, которые бы не запрятались бы в норы. Сделайте одолжение, проходите своей дорогой. Вы не очень-то вежливы. Или у тебя опять спина зудит? Видно, зажить успела. Солдаты не спрашивают о его ранах. Если бы я боялся побоев, у меня бы ничего путного не вышло. Почуяли грозу, сразу в руки ноги трясутся. Смотри, как бы тебе не пришлось дрыгать ногами под перекладиной. Эх, вы, мыши несчастные. Хозяин нового кота завел. Вы испугались? Ничего, вот мы хоть чуточку по-другому. А будем делать наше дело. Наглый ты, пустомеля. А ты, простофиля, я ничего не боюсь. Только бы время не упустить, знаю этих наместников. Как ему это все с рук сходит, а? Не бойся. Даже самому Господу Богу никакого дела нет у таких червей, как мы, а у правителей подавно. Богохульник! А вот я сейчас знаю кое-кого, кому бы вместо геройства надо было бы набраться портновской трусости. На кого это ты намекаешь? На графа Эгмонта. На графа Эгмонта. Чего же ему бояться? Вот, бедняк, мог бы год прожить на то, что он тратит вечер. А я бы на его месте сейчас лучше бы отдал мне свой годовой доход, лишь бы хоть на четверть часа иметь мою смекалку. Ну, сказал, да у графа Эгмонта в одном волоске больше ума, чем во всей твоей голове. Может и больше, да не тонешь.
господ легко надувать. Чего же он так доверчив? Неумытая рожа. До него тебе как до звезды небесной. А ты не видал, как падают звезды? Граф Эгмонт, рыцарь ордена Золотого Руна. Кто посмеет поднять на него руку? Что в городе, Фердинанд? На улицах никого. Попрятались, словно птицы перед грозой. Караулы наводят на людей такой страх, что люди слова боятся сказать, даже шепотом. Это все, что ты видел? Да, на рыночной площади мне встретился граф Эгмонт. Он ехал верхом с несколькими спутниками, мы раскланялись. Он крикнул издали: «Сегодня увидимся». Ты его тоже пригласил на совет? Да. Сейчас вы встретитесь. Из всех рыцарей, которых я здесь встретил, Эгмонт мне более других по нраву. Мне кажется, мы будем друзьями. Сын мой. Да, отец. Принц Оранский и Эгмонт отсюда уже не выйдут. Что? Что вы задумали? Решено взять их под стражу. Слушай. С тобой одним я хочу обсудить самое важное. Ты мой сын, ты мне очень дорог. На тебя я перенес все свои чувства. Но я хочу не только прибить тебе привычку повиноваться. Я хочу научить тебя умению приказывать и добиваться цели. Если ты усвоишь эту науку, ты станешь нужнейшим слугой государя. Благодарю. Благодарю за любовь, которой одаряете меня одного, тогда как все государство перед вами трепещет. Так вот. Как только князья войдут во дворец, все входы и выходы будут заняты войсками. Да Сильва захватит секретаря графа Эгмонта. Ты задержишь Оранского. А я арестую Эгмонта. Повинуюсь. Повинуюсь впервые с трудом и тревогой. Гонец из Антверпена передал вам письмо. Письмо от принца Оранского. Он сегодня не прибудет. До последней минуты не открывал своих карт. А сейчас дерзнул не явиться. На сей раз мудрый был достаточно мудр, чтобы скрыть свою мудрость. Стоит ли брать остальных, если ушел принц Оранский? А... Граф Эгмонт, легко домчал тебя сюда твой конь. Видно, ни один из вас не почуял запаха крови. Входи же, входи. Одной ногой ты уже в могиле. Я явился услышать повеление короля. Его Величество хочет знать ваше мнение. Как можно умиротворить Нидерланды? Герцог, я думаю, вам известно лучше, чем мне, что все уже достаточно успокоилось. И стало бы еще спокойнее, если бы появление новых войск не взволновало умов новой тревогой и страхом. Не отрицаю.
Волнения прекратились, но народ может вновь взбунтоваться. Кто из вас поручится за то, что и впредь он будет покорным и преданным? Воля народа. Вот, к сожалению, единственный залог, которым мы пока что располагаем. А разве добрая воля народа не вернейший залог? Если бы король подписал всеобщую амнистию, он успокоил бы умы. И мы стали бы свидетелями того, как вместе с успокоением возвращается беззаветная преданность и любовь. И тогда каждый оскорбивший испанскую корону и религию будет разгуливать на свободе. А разве преступления, совершаемые по неразумению, не следует скорее прощать, чем наказывать? Прощать? Сеять мысль, что преступление может остаться безнаказанным. Король ждет совета и помощи от каждого князя. Необходимо прислушаться к тому, что говорит народ. Народ неразумен. Им следует управлять ради его собственной пользы. А как редко бывает разумен король. Ты повторил бы это в присутствии короля? Тем хуже было бы для короля, если бы его присутствие меня испугало. Говори. Разумно я готов выслушать вместо него. Я бы сказал королю, если хочешь скакать на благородном коне, ты должен прежде изучить его нрав, а не требовать неразумно от него невозможного. Кто защитит нас от полного произвола, когда король посылает к нам своих слуг, которые, не зная страны, творят суд и расправу, ни в чем не встречают противодействия и уверены в полной своей безнаказанности. Я требую именем короля совета. Как? А не что нужно делать? Ибо последнее уже решено. Напрасно я так много говорил. Прощай. Стой, Эгмонт. Шпагу. И ты для этого пригласил меня во дворец? Дворец окружен... В этом заключалась цель твоей беседы? Дворец окружен моими войсками. Ловушка! Так повелел король. Король? О, принц Аранский, да, ты был прав. Возьми ее, эту шпагу! Она чаще защищала короля, чем прикрывала эту грудь. Милая, что ты задумала? Иду звать народ. Никто не пойдет, все запуганы. Плохо ты знаешь людей. Друзья! Соседи! Слушайте, что ей нужно? Пусть она замолчит. Идите скорее от жилища к жилищу. Пусть каждый возьмет с собой свое старое оружие. Мы освободим его. Клара, помнись. Нельзя терять ни минуты. Скажите всем, что шли на рыночную площадь. Нас придет туда великое множество. Враг отступит. Господи, она не в своем уме. Уведите ее домой, Бракенбург. Он выйдет к нам. Он будет свободным. Утреннюю зарю он встретит под вольным небом. О ком она говорит? Вам непонятно? Об Эгмонте говорю я. О графе Эгмонте. Называй его имени, это опасно. Не называй его имени. Это грозит нам смертью. Стойте! Стойте! Вы убегаете прочь при имени человека, которому так недавно радостно бросались навстречу. Что она говорит? Что она говорит? Клара. Почему мы медлим? Почему мы медлим? Ведь каждая минута приближает час его смерти. Клара, молчи. Там на углу солдаты герцога Альбы. Альбы! 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 Клара! Клара! Ты совсем потеряла голову.
Идем домой. А знаешь ли ты, где он, мой дом? Руки у меня слабы. Нет у меня ни сил, ни умения, как у вас. Но у меня есть то, чего вам не хватает. Мужество. Презрение к опасности. Так все кончено. Старый друг, никогда не изменявший мне сон, ты покинул меня, как и все остальные друзья мои. Как благосклонно опускался ты на мою свободную голову, и, подобно чудесному венку мир, ты освежал ее. Среди грома оружия и житейских тревог я находил отдохновение в твоих объятиях. Отчего же теперь ты, отгонявший от меня одним дыханием уст всевозможные ужасы, не можешь рассеять предчувствие, которое проносится передо мною? Разве это предчувствие не та же опасность, навстречу которой здоровая грудь радостно рвется сама? Тюрьма. Это подобие могилы противно каждому и трусу, и герою. Как часто, сидя в торжественном собрании князей и теряя время на прения, для разрешения которых довольно было бы двух слов, я чувствовал себя раздавленным под тяжестью потолка и стен великолепного зала.
Тогда при первой возможности я спешил вырваться на свежий воздух и, вскочив на коня, мчался в поля, где природа извлекает из недр свои драгоценности, а небо благословляет нас сиянием своих звезд, где мы во всех своих жилах ощущаем все человечество и все человеческие надежды. Тоска, преждевременно осудившая меня тленью, повремени еще немного. С которых пор Эгман стал одинок? Совсем одинок в целом мире. Не решится ли принц Аранский на какую-нибудь отчаянную попытку? Не соберется ли народ? И не решится ли наплывом своей силы освободить своего верного друга? Тяготеющие надо мной стены. Не прерывайте доступа людям, толпой, спешащим ко мне на помощь. И пусть та отвага, что они черпали из моих глаз, теперь из их сердец снова возвратится в мое. Они восстанут тысячами. Они идут, они берут мою сторону, их мольбы возносятся к небу, и если ангел не слетит с небес для защиты, они сами возьмутся за копья и за мечи, рухнут ворота, распадутся решетки, тюремные стены превратятся в груды развалин, и свободный народ вместе с первым лучом пробужденного дня встретит свободного Эгмунта. Именем короля и в силу переданной мне власти судить всех его подданных, каком бы сословию они ни принадлежали, не исключая рыцарей Золотого Руна. Мы признали... Разве может король передоверять свою власть? Мы признали по строгом и законном расследовании тебя, Генри граф Эгмонт, принц Гаврский, виновным в государственной измене, и вынесли приговор. Кто выносил приговор? И вынесли приговор. Вывеси тебя на рассвете из тюрьмы на городскую площадь, и там, перед лицом народа, на страх всем изменникам предать смерти через отсечение головы. Ты своим присутствием ты хочешь усилить мои ужасы, мое изумление? Не собираешься ли ты принести своему отцу желанную весть, что я трусливо впал в отчаяние? Так поди и скажи ему, честолюбцу, то, о чем сначала будут шептаться за его спиной, потом говорить все громче и громче, о чем под конец прокричат тысячи голосов. Не благо государству и не честь короля. Не успокоение наших провинций привели его к нам. Ради себя настоял он на войне, ибо война возносит полководцев. Ради себя затеял он эту страшную смуту, ибо мятежникам нужен палач. А ты, если сыну невозможно уклониться от предначертанной судьбы, привыкай к стыду. Стыдись того, кого ты хотел бы уважать всем сердцем. Я слушал тебя, не прерывая. Что мне сказать тебе? Оправдываться? Что я слишком поздно узнал о преступных планах его? Что я против собственной воли стал слепым орудием его злодейства? Что я слышу, ты, сын моего лютого врага, и ты не хочешь быть заодно с моими убийцами? Скажи, кем мне считать тебя? Он послал меня сюда, чтобы я стал таким же, как он.
Он заставил меня встретиться с человеком, стоящим на краю зияющей могилы, обреченным чудовищной смертью. Чтобы я, испытав эту жгучую боль, стал бесчувственным ко всякой судьбе, равнодушным ко всякому страданию. Ведь имя Эгмонт с детских лет служило мне путеводной звездой. Так сорви с меня эти оковы! Идем к моим товарищам, они надеются, они ждут, каждая минута, дорогая. Ну, довольно, молчи. Я сам затянул эту сеть, зная, как крепкие узлы. Я валялся у него в ногах, умолял, уговаривал. Но он послал меня сюда, чтобы навеки вытравить последнюю каплю радости жизни. Стало быть, спасения нет. Зачем ты явился к отцу во дворец? Юный друг, человеку лишь кажется, что он свободен и сам направляет свою жизнь. На деле же его сокровенная суть неудержимо идет навстречу предназначенной судьбе. Сдерживай жестокость отца, если ты в силах, и прощай. Я не могу уйти. Отдаю под твое покровительство моих слуг. Это хорошие люди. Как Рихард, мой секретарь. Он опередил твою участь. Ему сегодня на рассвете отрубили голову, как соучастнику в государственной измене. Вот что. Есть девушка. Я осуждаю ее за то, что она любила меня, поручив ее тебе. Я спокойно умру. Жив ли мой старый слуга? Тот старик, что всегда сопровождал вас верхом. Он жив и на свободе. Он знает ее дом, пусть отведет тебя. Прощай. Злой человек. Ты не думал, что окажешь мне благодеяние, послав ко мне сына? Он снял с меня и тревогу, и ужас, и всякую боязнь. Все миновало, все решено. И те сомнения, которые мучили меня прошедшей ночью, стали ясной уверенностью и склоняют ко сну мои чувства. Бракенбург, это вы. Что, Эгмонт, приговорен? Приговорен. Но кто же осудил его? Может быть, король? Он не здесь. Он в Испании. Маргарита? Она же устранилась. Герцог Альба. Но он не имеет права. Так вот он, каков этот мир, о котором я столько слышала. Приговор подтвержден? Да. Я узнал это точно. Но Эгмонт еще жив. Да, Клара, он жив. Герцог Альба
готовит народу ужасное зрелище. Говори. Говори, я выслушаю тебя спокойно. Я пробрался в город в обход. Кругом были караулы. По отдельным словам, я догадался, что на рыночной площади готовится что-то страшное. Прокрался туда, стал смотреть. Вижу множество испанских солдат. Здесь и там трещат горящие факелы. И вдруг из темноты стали вырисовываться какие-то очертания. Это был помост. Огромный, высокий, черный, как ночь. Говори, говори. Я содрогнулся. Солдаты торопились. Обить черным сукном еще не обитое дерево. Кто-то устилал черным даже лестницу. Воздвигнутый рядом белое распятие блестело в темноте, как серебро. Я все смотрел и смотрел. И вдруг ужасная мысль поразила меня. Замолчи. Замолчи, Бракенбург. Это ведь и мой приговор. Помнишь этот флакон, Бракенбург? Я шутя отняла его у тебя, когда ты хотел уйти из жизни. Теперь я благодарю тебя за него, друг. Клара! Что я могу для тебя сделать? Дай мне умереть с тобой. Нет, ты должен жить. Позволь мне называть тебя братом. Стань опорой моей матери. Плачьте вместе о родине и о том, кто один мог спасти ее. Переживите как-нибудь это время, если его только можно назвать временем. Прощай. Сладостный сон, ты приходишь, как счастье, незваный и неожиданный. Ты развязываешь узлы наших мыслей и смешиваешь все представления радости и печали. Ты сливаешь в божественную гармонию все наши порывы и ощущения, и, прикрытые покрывалом самозабвения, мы медленно погружаемся.
сынок исчез. О, чудное видение, тебя рассеял светлый день. Да, это были они. Соединенные в один образ две драгоценности сердца, свобода приняла облик возлюбленной, любимая облеклась в божественное деяние свободы. Светлый образ в одеждах, покрытых кровью, явился передо мною. То была моя кровь и кровь мужественных, благородных людей. Нет, не напрасно пролилась эта кровь. Восстань, храбрый народ, и, подобно морю, прорывающему каменные преграды, прорвись и свергни вал тирании из захваченного ею места. Слышишь? Слышишь? Как часто эти звуки вызывали меня на поле битв и побед. Как радостно мчались мои товарищи по опасному и благородному пути славы, так и я выйду из этой темницы навстречу благородной смерти. Да, я умру за свободу, для которой я жил и сражался, и за которую теперь приношу себя в жертву. Наступайте на меня всей массой. Смыкайте ваши ряды, я не боюсь вас. Я привык стоять перед копьями и против копий. Я, окруженный со всех сторон ужасами, грозившей мне смерти, я становился вдвое сильнее и вдвое любил свою жизнь. Враги окружают меня. Друзья, удвойте ваше мужество. За вами ваши отцы, ваши матери, ваши жены и дети. За вами Родина и свобода. Защищая их, радостно умирайте. А я умираю за вас. Thank you.